если отвлечет в сегодняшней игре, летит мяч и поднимают боковые арбитры флажки свои. 3-0 становится счет. Юрий Кушнарев. Енисей СТМ был гораздо сильнее своих соперников, но во втором победил с перевесом в одно очко. Юрий Кушнарев. Беладзе. И что? Есть попытка? Да. Забить Малагурадзе надо. Малагурадзе забивает несложную реализацию, и Красный Яр выходит вперед. Летит мяч идеальный по точности, получается удар. Выходит вновь Енисей СТМ вперед, 9-7. Летит мяч. И точнёхонько в створ попадает и Юрий Кушнарев. Сегодня блестят. Енисеевцы, Галиновский оставил мяч партнеру. Порвать линию не удалось. Перевод в центр. И Малагурадзе совершает хорошую попытку сейчас. Лаша Малагурадзе.